Шимпанзе думают, что оно умнее всех, и пойдет тихонечко ловер, потому что они идут на... Не, это уникальное поведение шимпанзе в дикой природе, потому что они не знают, что делают. Так, ну нихуя себе, блядь. Ты как какашку кинул в человека просто и попал. Ну сейчас откинется от гранаты и будет кричать громко. У шимпанзе всегда есть подозрение, поэтому он чекает все остальные позиции. Если проиграть, будет кричать, что я пиздел много. Нет, я не буду этого делать. Ну, очень хотелось бы. Ничего мне не хотелось. Hold on my wrist. Ну, бля. О, Джохан. Это мой братан, блядь. Ну, его так обычно и хуярят, да? Чисто ногами сквозь стену. 4 activated, Вась. И деактивейтед в эту же секунду просто. Apps, and pit, probably. Я думаю, что здесь закрыть. Двоих они точно ждать не будут. Подходит. Не на миду, там где-то просто. Что? Ты тоже слева слышал перезарядку? Что за пиздец? Он убежал, Марин. Он убежал на лонг, бежал на лонг. Это Стёп ебаный, 96. Одна, пистол. У него 96 минусов. Так тоже можно. Ах, как мне это нравится. 96, да, это ж... В смысле ассист дали этому бомжу? В смысле ассист дали этому бомжу? Может, сейвить пошел? Чё? А все, он не успевает, я пошел прятаться. Сразу меня пикнул. Не успевает, говоришь, да? Что делаешь, блядь? Я такой олень! Я такой олень! Ты ничего не видел? Я подумал, заплатил после. Я не готов был к такому вообще. Ну а теперь, собственно, битва за лут. Пришел в голову такой челлендж. Спорно скин в КСе ценой примерно в 1000 рублей. На трех картах, таможня, развязка и завод, мы должны вынести как можно больше всего. Каждый раунд мы постепенно увеличиваем тот лут, который мы с собой берем, то есть мы более заряженные, более способные убивать. Ну и в конце все, что мы вынесли, мы продаем и смотрим, у кого больше получилось в денежном эквиваленте. Поехали, первый раунд. Подлости приветствуются. Подлости приветствуются, я уже бегу на подлость. Ого, боже, лазерный прицел, Вась. Еще один. Да не верю тебе. Два лазерных прицела. Не может быть, да, блядь, да ладно тебе, да не может быть. Так, а что делаем, если ты убиваешь или я убиваю тебя? Ну, типа штрафной, я не знаю. Чувствуешь, как в обоих случаях уверты. Ты кого-то слышал. Фу, господи, блядь. Вась, блядь! О! А я его убил? Это был мой, пошел нахуй, я его убил, блядь. Я его убил. Вась, ты пошел в жопу, пидор. Я его убил. Ой, блядь, да убей кого-нибудь еще, Вась, он застрелит. Бежим отсюда, Вась. Молю. Забирай, вонючий, этот труп, Вась. Игорь, молю, помоги. Пожалуйста. Вась, пожалуйста, помоги. В бочину, это ясно. Пожалуйста. Там человек. Вась, он меня тоже положил, сука, иди нахер, блядь. И ты в подсумок кота засунул, да, скажи честно, тварь? Конечно, и два лазерных прицела. Вась, ты такой... Я не долбоёб, я нормально, не смотри. Ну, ладно, того типа убил ты, я пристаю. Я понимаю, что его убил я, сука. Второй раунд. И, кстати, он был очень быстрый для нас обоих. Так, ну что, пойдем нам пока в одну сторону, потом разойдемся. Вась! Что? Ничего не знаю, сложить. Так, подсумок, аксу. Ах ты свинина. Ах ты сука. Ой, что, почему такое маю? Что, поставил бой на ПМ, Вась, ты чё? Ну, если очень много всего будет, я пойму, что мне лучше... Упс. Признавайся, ты умер? Абсолютно насмерть. Ну и, конечно же, самый сочный третий раунд. Ну что ты ставишь? У тебя сколько денег у тебя? У меня, наверное, 1060 максимум. Ну, где-то так примерно, да. Близко, да, да. Если здесь кто-то откидывается, второй выходит, все, он победитель. Все. Каждый за себя. Ну что, каждый за себя, ты уверен? Мы можем друга положить случайно, Вась. Будем иногда смирять позиции, чтобы не убиться друг об друга. Одного положил.
Я тут рядом, я вас прям тут же. Ко мне бегут, ко мне бегут. Вася, такой пиздец. Ты за синим? Да. Так вот, слышу. Убил человека. Я не хочу больше строить такие челленджи, это отвратительно кончено. Я просто, я боюсь всего, блядь. Каждого шороха боюсь. Вася. Подбегаю к трупу, Вася. Это я. Выстрел. Выстрел. Убил одного. Я тебя вижу, я за тебя, я за тебя, я за тебя. Убил второго. Ах ты моего трупа болтать будешь, да? Сынин, это... Вася, я его не убил. Говоришь, ты живой? Я помогу, помогу, помогу тебе. Где? Все, 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 готов. Ты готов к выходу, Вася? Кажется, да. Я тоже, кажется, да. Ну пошли, ладно. Черт с тобой, сука, не хочу откинуться. Вкусный, а там дробовичок, Вася, может быть, даже со спрутиком. Время истины. А я пошел за рулем, какой тебе чертовым, сука. Сынь, я думал, я тебе его отдал. Вася, тоже... Ах ты, сука, я думал, ты уже... В колено выстрелить, Вася. На ногу выстрелилась. Вася. Кто? А мочи с ними, я забрал его в вепрь, Вася, не хватит. Чисто успел его нож, нож ухватить и все. И в ногу выстрелил, сука, пидор, такой козел. Так, смотри. Так, все, я выложил все. Вот все, что у меня есть. Кто будет первый говорить, Вась, свою цифру? Я. Давай. Ты про все? Я все. Не все, не все. Я победил. У меня 216 тысяч. Я поехал к папе, я очень-очень собираюсь, срочно все надо уходить, давай. Вася, такая собака просто, такой козел, блядь, что ты такое толстое вынес там, говно? АК-105 вынес я. Все, у меня все, были лазерные прицелы. Выбирай, там скин пошел нахуй, все, я не хочу тобой еще говорить. Я поехал. Куда поехал? У меня дела, блядь, были. Лучше я сразу поехал к папе по делам, он мне ужин приготовил, блядь. Ну иди, пошли, говна. Ладно, я Рили поехал, на самом деле, пиздец, мне пора. Пока-пока. Я буду ждать, я тебе скидываю смс. Не слышу, ничего не слышу.